несколько цифр, они интересны. Вот Миллер на днях доложил президенту Путину, что мы продали за прошлый год 192 миллиарда кубических метров газа. Мы быстренько посчитали, сколько это стоит. Оказывается, на каждого жителя только один Миллер продал по 26 миллионов рублей. Вы богатые люди. Вы здесь сидите миллионеры. По 26 миллионов у вас в кармане. У всех. И стоящие нас в том числе. А где деньги? Мы их видим. 21 миллион граждан за чертой бедности. А у нас еще есть нефть, еще есть газ. Есть еще уголь, древесина. Если все это посчитать.